Тему ОДН или общедомовых расходов обсуждают собственники, управляющие компании и областные власти уже не первую неделю. Причина – постановление федерального правительства, вступившее в силу с начала этого года, в котором сказано следующее. Расходы на оплату коммунальных ресурсов при содержании общедомового имущества теперь включены в плату за содержание жилого помещения. Для порядка расчета было введено новое понятие – норматив потребления коммунальных ресурсов. Если следовать постановлению, то за январь управляющие компании должны были выставить жителям плату за ОДН по электроэнергии в несколько сотен рублей. И собственники, и эксперты, и управляющие компании пришли к единому мнению, что документ требует пересмотра нормативных актов. Об этом шла речь на заседании фракции «Единая Россия» совместно с Президиумом Совета собственников жилья. Мы получили очень сырой документ, исполнить который управляющей компании означает стать врагами номер, вообще даже не номер один, а самыми главными собственников. Собственники, естественно, теряют всякий интерес к энергосбережению, к установке приборов учета, контролю потребления коммунальных ресурсов. Понимаете, грубо говоря, это война. С этой целью глава региона Сергей Морозов сообщил о том, что подписал распоряжение, согласно которому ульяновские коммунальщики будут выставлять плату согласно счетчикам, а не прописанным в федеральном документе нормативам. В рамках дозволенного федеральным законодательством пропишем то, как нужно платить за так называемый ОДН, беря за основу счет показания счетчика. Второе. Сегодня будет подписано распоряжение о том, что правительство области, начиная с понедельника, запустит специальный мониторинг платежей по общедомовым нуждам. Если же счетчика нет, то оплата не должна будет превышать норматива, утвержденного в регионе. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.